Всем привет, друзья! Может быть, я, конечно, еще пожалею, что поставил свою машину в сугроб, и мне придется ее откапывать, но я не мог вам этого не показать. Смотрите, какая красота! Мы сейчас с вами находимся не так далеко от поселка Алексеевского. Я проводил туда автоэкскурсию и увидел вот это красивое место, кстати, здесь. Вот буквально на противоположном берегу, там есть хорошая запруда, и мы там купались. Было прикольно. Хотите посмотреть на реку? Вблизи. Пойдемте. Конечно же, мы через Лазовском сходим. О, здесь, походу, вызвала машина. Но мы пойдем пешком. Машину не ставить. Полигон Министерства обороны. Раньше можно было здесь спокойненько потренироваться, поездить на машинке. Ну, сейчас, вот видите, закрываю. Ладно, друзья, я включусь там. Хотя здесь тоже интересно, красиво и прикольно. Новые буряки, сами понимаете, да? Будет еще краше. Поэкономим аккумулятор. А он у меня на исходе. Итак, воодушевленный тем, что я в сапогах. Смотрите, какая красота. Я вот пытаюсь пробраться к реке. Но что-то меня не туда куда-то понесло. Интересная композиция. Трава в воде и снег. Вот такой вот. Вот такой вот снег. Вот такой вот. Ну что, скажете, что вы в Сочи? Да никогда в жизни. Я сам бы не сказал, если бы не знал бы. Так. Ну все, что ж, я ж пойду все-таки обходить, наверное. По этим болотцам даже мои сапоги не спасут. Очень хочется подойти к реке, но малость боязна. Это не центр поселка, тут сугробы настоящие. Тут он, видите, какие-нибудь 66-е, наверное, ездит. Здесь по мне равнина, здесь климат иной. Тут, возможно, даже стабилизация не работает. Давненько, давненько не ходил я по сугробам. Главное, чтобы эти сугробы не были больше моих сапог. А очень похоже, что оно так и есть. Скажу вам по секрету. Сказать по секрету не удалось. Сел аккумулятор. Сугробы здесь действительно нормальные такие. Сантиметров по 40 точно. Моя нога, в принципе, точнее сапоги, набирают снег. Блин, я иду и не знаю, правильно ли я делаю, что иду именно сюда. Так как здесь лесополоса, и как вы знаете наверняка, лесополоса-то как раз и весь снежок и собирает. Да, сапоги уже сантиметров на 15 ниже снега. Куда я поперся? Куда-то тропинка меня завела. Будем возвращаться, товарищи. Пойдем. Куда же путем? Скоро надо будет уже вытаскивать снег из сапог. А я еще до реки не дошел. Так, ладно, выключаюсь. Ой, друзья, заносят же меня вечно куда-нибудь. Смотрите, куда. Как я пробираюсь к реке. Не знаю, брода, не лезь в воду, как говорится, но я такой вот нашел брод. И теперь мы с вами здесь. 100% я не смогу вам передать всей красоты, которую наблюдаю сейчас сам. Это действительно фантастический пейзаж. Нет. Друзья, эх, вы даже не представляете, какой я лошара, Микантара. Дело в том, что я сейчас добирался сюда, вот в это красивейшее местечко, в горной реке Псизуаце. Смотрите, какой снежок. Естественно, я снимал для вас ролик. Я старался, подбирал всякие умные фразы. Ну, как всегда. Но есть одно но. Я это забыл снять вот эту вот штучку с объектива. Ну, понимаете, да?
что все мои старания оказались напрасными. Все вот это вот преодоление снежной преграды. О, сколько умных вещей я наговорил. А самому противно. Ну да ладно, все это фигня по сравнению с тем, что мы сейчас с вами здесь наблюдаем. Это этап Сизуапсе. В районе поселка Алексеевская. Именно так он называется, но мы его называем Алексеевка. Алексеевка. Нет, это не в честь меня названо. Так просто получилось. Я так думаю, эта картина у нас продлится еще не так долго. Может быть денек, может быть другой. И все здесь растает. Поэтому, ну, я просто был обязан не намахнуться с камня в реку. А он что-то какой-то так. Не очень уверен в себе. Я не уверен. Я-то уверен, если бы я был не уверен, я бы сюда не залазил. Я правда не уверен, как я сюда буду вылазить. Вот это да. Дело в том, что я бывал в этих местах, но, как вы понимаете, бывал я здесь летом. В августе, в июле. Когда светило солнышко, речка была теплая. Скажу вам по секрету, вот там, вот буквально метров 100 вперед, там отличная запруда, тепленькая такая, хорошая, когда естественно солнышко светит. Не сейчас. Глубокенькая и красивенькая, там можно поснимать. Если не ошибаюсь, была еще противничка вот эта гора. Вот, а вот так я вам место подсказал. Опять камень не стоит исподнять ног. Снег здесь до сантиметров 60 в одних местах. Вот, так что мои сапожки сантиметров 40 как бы спасают, конечно, но есть риск набрать мешка. Я пошел как-то по следам, видимо, одного из следопытов, коллег. Ну так получилось, что они оказались закольцованными и вывели меня в обратном направлении практически. Наверное, мне сейчас стоит помолчать и просто дать вам насладиться красотой и послушать горную реку. Возможно, я сниму еще в формате 4К, но тут, наверное, все-таки лучше снимать где-то там вот дальше. Что-то типа красивого видео. Но здесь, наверное, не очень получится. Поэтому пока просто наслаждайтесь. Парочку секунд. И пойдем обратно. Сейчас найду, где поставить камеру. Надеюсь, вы успели насладиться. Ну а мы теперь с вами, пожалуй, будем думать, как выбираться из этого снежного плена. Там крутой подъем и глубокий снег. Тут тоже крутой подъем и глубокий снег. Возможно, придется сплавляться по реке. Так, друзья, пока я ищу выход, вы там это, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь, ну и подписывайтесь на второй канал тоже. Называется он «Лазовская и я». Если я отсюда выберусь живым и здоровым, то, возможно, мы даже в стрим выйдем. А что-то мне уже верится все в это меньше и меньше. Здесь заросли укропа, не пройдем. Здесь непреодолимая горная река Псизуапсе. Там как бы тоже не очень удачно. Сейчас у меня с собой есть телефон, если что, будем звонить в МЧС. Надеюсь, до этого не дойдет.
Смотрим по реке, по скользким камням. Ну и же еще для полного счастья надо намахнуться в воду. А то что же я домой с сухими ногами-то приду. Идемте искать выход из сложившейся ситуации. А вы пока любуйтесь. Покидаем берег реки. Знаете, такое впечатление, что я опять вернулся либо в Питер куда-то там, на полигон в Лугу, либо где-то в Белгородской области шарюсь. Вот как-то вот так вот. Ну никак не в Сочи, никак не в Лазурском. Только горы слегка выдают, пальм-то здесь нету. К счастью, трасса тут не так далеко, а вот кто-нибудь пойдет, буду кричать, помогите, спасите. Лучше приходить, конечно, сюда летом. Так, пока еще сугробы позволяют передвигаться и не набирать снег в сапоги. Меньше 40 сантиметров. И вот, возможно, здесь вот есть какая-то ложбинка и чьи-то шаги. Здесь кто-то ходил. Ого, а тут сугробчики уже вот эти вот гораздо повыше. Ну, настоящему индейцу завсегда везде ништяк. Как пелась песенки. Ну, вроде бы мы куда-то выходим. Поближе к людям. Все-таки я вернулся на то место, где и начинал свой маршрут. К вот этой вот речке в зеленой траве, с травой на дне. Фух. Ну что, друзья, на этом мы заканчиваем с вами это путешествие. Все закончилось благополучно. Я не остался в снежном плену на подъезде к Алексеевке. Жить будем.